Гавриила Ургебадзе. Кто этот в миру Годерзи Васильевич Ургебадзе? Действительно, его мучили очень долго и всю жизнь. Он... Движения эти все, то, что он делал, поднимал руки, громко говорил. Там он мог даже станцевать, шалахо даже мог станцевать. Он все... Это все было то, чтобы привести человека к вере. Это такое на самом деле. Из меня хороший оперный певец получился бы. Павел, для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Кроме того, как святые отцы говорят, юродство – очень редкий и трудный подвиг в сонме святых, который превосходит подвиг столпничества. Вот такое объяснение у юродства. Другого.